Так, всем салют. Играем сегодня в Яндекс игру. Записываем. Блин, давай простоим. Здесь будет обучалка, либо автоматическая. На мину наступать нельзя. Половина хп забирает. И, ну, кстати, хорошая. И такая нынче на способности. Ой. Урон. Даже обучалка. Миссия пройдена. Вообще будем пытаться. Я вообще прошел всего 4 локации. Я на работе прошел 2 локации полностью. А третий надо, чтобы повезло. Ну, это, как говорится, как повезет. Выпадет. Ищут малый. Ищут малого урона. Уже вражеские взрывы наносят меньше урона. Это если кто будет ракетом стрелять. Ну я возьму. Нет, звук. Блять. Так. Куда звук попадает? Я вот не понял, а где звук? Он же только что был. Что-то как-то без звука. Короче, убейте меня, чуваки. Не понимаю, есть звук. Кто убивает? Где звук? Куда я пишу? Есть звук игры. Я здесь. Я вот не понял. Приятная вещь. Все, и звук попадает. Ладно. Играть по звуку тогда. Блять. И нельзя получать урон вообще никак. Эти вот читеры. Которых не спастись. Вот чё ты? Оп. Я даже не знаю, как это делать. Ну, короче, рейн куда-то попадает. Значит, ладно, бегаем. Не работает звук. Ну и чё? Да, вы мне дадите вариант оружия. Нет, блядь. Не вижу этих читеров. Наводящая хрень. Я звук никак не могу остановить. Ну ладно. Напишем потом комментарии ужасные. О. Все время реклама это дурацкая. Звука реально нет. Может тогда что-нибудь на фоне включить. Да. Какую-нибудь музячку на фоне включить. Ну реально делать. И без музыки. Сейчас, погодите. Плейлист найду какой-нибудь. Я думаю, вот этот сойдет. Потише сделаю только. Так. Не знаю, будет вам там слышно, не будет.
Не громко, чтобы она хотя бы хоть как-то. Так, увеличение скорости мелкой дроби. А это вы наносите больше урона. Ой, я забыл. Чем меньше у нас урон, ой, жизни. Вот выворачиваться. Таких. Самый бесящий это вот этот. Штаг, стреляющий через препятствия. Вначале вообще очень сложно в это играть. У тебя ничего не прокачано вообще. Надо копить на золотые сундуки. Правильно, вот кого-кого надо стрелять. Это, блин, чувака, который... Ницу. Просто в конце каждой локации босс. О. Улучшенный выстрел. Увеличит урон от яда. И уменьшается. Уменьшаться, конечно, очень хорошая способность. Становимся меньше. Проще выращиваться. Вау. От снарядов. Эти твари. У нас чем меньше жизни, тем мы опаснее. Я понял. Так, идем за этим чудиком. Бля, стреляй по мне. Вот, пойти. Смотри. Так, это еще у нас первая попытка. Нет, увеличение скорости мелкой дроби. И уменьшает урон, наносимый при касании врага. Вот увеличим. Ой. Бежи. Тварь летает своими читерскими снарядами. Так. Оп. Ну, робота мы увидим. Когда он стрелял-то? Пропустил момент. Что-то не везет пока с количеством. О, понятно. Да куда? Ну, там вообще без вариантов. Мари, тварь. Оп, туда. Я вот эта автоматическая хуйня прицеливания вообще мешает. Короче, пистолет мы не качаем. Тут можно открыть. Вот. Надо открывать военные сундуки. Военные сундуки, да, эффективнее. Мастер уклонения. Вы стреляете быстрее, если не двигаетесь. Иногда вы уклоняетесь от выстрелов противника. Иногда. Давай стрелять на месте. Стрелять по противнику, блядь. Подать. Тварь убить надо. Здесь. Блин. Ну, кстати, у нас уже 1400 жизней. Давай, стреляй в него. А можно не в этого стрелять? А в этого стрелять можно? Вот читерство. Вот оно так и будет летать. Я знаю, ты стреляешь.
Пошли. Личный большой. Господи. Увеличение больше урона. Постоянно отнимает жизнь врагов. Больше урона давай. О. Ух! Вернулись. Пять. Этот надоел прятаться все время вниз. Так. Чуть-чуть урон получили. Ну, пойдем дальше. Так, чувак, ты умри первый. Пять. Их. Умри второй. И ты умри, тварь. Так, лечение защиты. Есть урон на всем противникам. Наносит больше урона. Ну и вот это. О. Так. Удобно. Надо хоть кого-то убить. Убей ты его. Вот твою мать. Попал. Ой. Так, мне надо забрать. Пингун. Его тоже убили. Твою мать. Чё, бля, тут ещё и снайпер. Вот, блядь, снайпер, вот этот тупорылый бот. Да. Увеличивает. А, ещё увеличивает малого критического урона. Я не понимаю, что оно означает. Увеличивает очко исцеления. Вот это вот, блядь. Тут. Я подпрыгнул, и они все равно в меня попали. Я понял. Так, хоть кого-нибудь убей. Я понял, что это за хрень. Мне такая штука еще ни разу не выпадала. Деньги все равно нужны, никакой полезной штуки. Блять, этот чуть-чуть отошел, я его сразу не вижу. Так, мне вот цель номер два, это снайпер. Снайпер, стреляй. Красно. Их. Стрелять ты в него. А этого убей, красавцы. Воу. Блять, они опять появились. Серьезно? Убей уже кого-нибудь. Снайпер, убей. Бей вон. Бей этого. О, хорошо попал. Я такого долго убивать буду. Конец-то. Ой.
Давай, Дрина. Бля, заебал эта реклама, тупорылая. Самый лучший респаунер. А вы не охуели? Бей. Снайпером сейчас разберемся. Блять, это еще не все. Твою мать. Как это? Так, ракетчика убиваем. Теперь этого давай. А теперь этого, блять. Мать, арре. Ай, я даже сейчас не знаю, как я с боссом буду биться. У меня на оружие ничего. А босс, блять, на секундочку. Очень хуёвый танк. Я знаю все его атаки, поэтому мне не страшно с ним. Все его атаки мы знаем. Блин, давай стреляй. Бля, не прыгнул. Бей его, давай, давай, ура. Блять, с пистолетом, который почти ничего не может. Мы прошли. Просто 12 ключей и ничего не получил. Так. Давайте открываем. Бонус ловкости. Урон плюс 5%. Пошли дальше играть. Пока я не получу что-нибудь интересное. Иммунитет. Улучшает урон на 7 прикасаний. Остановка времени. Если вы не будете двигаться во время замедления. И то говно. Качать же надо все. Их. Блять. А вот я на втором уровне уже был с автоматом. Тут у меня только пистолет. Это не охренел. Тут тоже 9 уровней, и в конце опять будет танк. Блять, вот как вот это вот дробовика. Его уклоняться. Надо копить деньги. Несколько выстрелов. Натрахала реклама. Несколько выстрелов. Интересно, несколько выстрелов. Так медленно. А, ну да, я же забываю, если я стою на месте. Это как двойной выстрел. Несколько выстрелов. О. А чё я попасть не могу? Окей. Вот этот с ракетами не очень мне нравится. Убили. А, реклама? Нет. Враги наносят меньше урона, пока вы стоите на месте. Большой прирост к максимальному здоровью. У меня 1021. Понятно. Ух. Давай снайпера. Кого-нибудь. Убей уже. Эту падлу убей тоже. Так, ладно, уже двойной выстрел на пистолете мне нравится. Ой, ёпти. Их! Это невозможно уклониться от такого количества. Я еще и с ракетами. Вы охренели, что ли? Блять, он стреляет не в тех, кого надо. Его, блять. Бля, ну это все, я трупак.
Это невозможно. Да я каждую пулю ловлю. С пистолетом, ёб твою мать. У меня еще ключку дайте, блядь. Хуйня какая-то по нему падала. Дайте оружие, блядь. Во! Вот с этим я, блядь, ходил. Вот с этим я прошел. Потому что, блядь, до этого было говно полное. Охотник за головами. Иногда убивает врага с новыми стрелами. Давай. Иногда это хорошо. Просто у Энки дамага больше. Тут за пару выстрелов он умирает. Она даже не вкачанная. Просто хедшот ему. Бля, ну вот, вот согласитесь, это проще. Это вот реклама заебала просто конкретно. Да, делаешь. Убей ты эту мразоту. Господи. Что же? Ры. Убей ты его. Ты чё стреляешь? Умри. М-ку качать надо будет по любасу. А, больше здоровья. Сейчас самый раз больше здоровья. Так, снайпера, стреляй. Снайпера, умирай. Что-то как-то прошлые комнаты были сложнее. О. Давненько мы вас не видали. Во, беги. Беги. Не, же на месте стоят. Бум. Бум. О. Пора стрелять по мне. Убей уже кого-нибудь. Так. Двойных товарищей мы убили. Один раз у нас попали. Моя локация. Замедление. Да ты заебал. Замедляет выстрел противника. Для этого нескольких направлений. Нет, давай, замедляет выстрел противника. А, я типа стреляю, это нормально. Этого дробовика убивай. Понимаю, сейчас опять будет двойная, да? Так, племечка убили. Столетчика. Твою мать. Я ж вас сейчас убью. Ух. Что, нравится? Нравится, когда в тебя стреляют, тварь? А чё, новую локацию, типа... О, а мы ещё вдвоём с дробовиками. О, выстрел в голову мне нравится. Тём. Я вот не понял, где замедление уйдёте. О, хорошо ему влетело. Еще бы этих бы убивал бы. Да? О, сейчас скоро босс. Ядовитый, конечно, выстрел. Ты чё? Это моей скорострельности. Бля. А, это... Бля, это что такое? Дробовичок этот самый. И ты, робота.
Сейчас они опять появятся. Воу! Блять, тут сложно тут воевать. Суки. Вот это хуйня и вот это хуйня. Какой-нибудь двойной выстрел. Бля, я ничего не могу сделать. О! Там идеально открываем. Писат на жизнь. Хуйня. Если честно, выпало. Милин. Милин. Врач. Проникающий выстрел. Че это такое? Выстрелы. Танзают врагов. А, ну, блядь, если бы они бы еще стены бы пронзали бы. Ну, типа, если я... Везет по... Блядь, вы че... Вот, это крутая штука. Блядь, надо уклониться опять. Блядь, по ним, блядь. Вот самое главное, чтобы с картой вначале повезло. Не будет их тут двойного. И еще дополнительная жизнь. Прилетели. Еще стрелял бы он по правильным целям бы. Цены бы не было. Умри, деспот. Да, быстренько проходим. Этим за головами. А ты надоел. Так, с этими тоже больше не будет повторюшек. Бля, не говорите, что вот эти будут... О, выстрел в голову. Хорошо. Да, эти могут повторяться. Смотри. Ого. Ой, слушайте, прекрасно. Вот сейчас хорошо играется. Я бы еще какое-нибудь на оружие апгрейдик. Давай увеличивать шанс что-то. Чего не знаю. А, я типа. Ну, там что-то было максимально типа урон. Бля, дробовика ненавижу этого самого. Критический урон. Дробовика, блядь, не спрячешься. Давай. Так понимаю, еще два раза повторяться будут. Если все так просто, я согласен. О, вот это мне вообще понравилось. Критический урон мне тоже нравился. Ой. Блин, замораживающий выстрел. Давай замораживающий выстрел. Я еще не просто теперь критическими, блин, херачу. Их! Дай в него. Ай! Бля, я забыл, что хуйня. Я еще теперь после каждого выстрела замораживаю чудиков. Поэтому у них меньше шансов стрелять. Красно. Блять, у меня 600 хп на босса. Вы понимаете? А босс сейчас опять танк. Он теперь хотя бы стоит просто.
И с учетом того, что я его замораживаю, он стреляет медленнее. Видишь, как он медленно это делает? Я не знаю, куда ракетник спрятаться. А, ну все. Он только ракету успел выстрелить. Вот этот апгрейд мне вот очень нравится. Я просто уже немножко натренированный, я знаю, что надо делать. Прыть. Да это. А что это? Бонус за прыжки, скорость. А это. Да подожди. Бонус урона. Урон. Все в урон будем качать. Ну, чуть-чуть денег не хватило. Вот прям чуть-чуть. Ладно. Пошли, пошли как есть. Увеличивает малые атаки, увеличивает защиту. Ну и защиту возьмем. Здесь вот 15 уже волн. Ой. И очень неудобный локейшн. Очень. Я просто не знаю, что. Вот после 5 атак. Не повторяются. А что после еще одной атаки? Ну, тут нам просто чуть-чуть поднакопить денежку. Ой. Да вниз иди. Блядь. Так, ракетчик убили. Пулеметчик убили. Автоматчик убили. Деньги взяли. Мяу. Исцеление. Не, давай пока замораживающий возьму. Вы поняли, что замораживающий отличный. Но мне бы еще теперь проникающий эффект взять. Ух. Так, сложная локация с 5 чуваками. Хорошо, повторяться не будет. Так, убили. Пошли. Да, сейчас слово. Ну, с замораживанием это хорошо. Вот, вот блять, вот он стреляет в нижнего. Мне надо верхнего. Все что? Понятно. А, героя возьму. Вот, видите, какая хрень. На этих бордюрах, блин, херово все происходит. Так. Мы не забываем про мину. Дальше. Ага. Ага. Их еще и двое. Бля. Сложно. Их. Блин, у меня жизни 600. Может, мне апгрейд какой-то дадите, а? Снайпер в первую очередь. Жалко, нельзя мину как-то взрывать. А, чувак, серьезно? Он стреляет вот реально не в тех, кого надо. Окей. Так, снимаю, восьмая сейчас будет. Мой выстрел давайте. Может пригодится. Ой, там с дробовиком. Блин. О. О, какой у меня попал. Блин. Так. Юкан. Юкан. 29 жизней. О, вот это круто. Ух, как он попал. Вот опять он выбирает неправильные цели для меня. И вот это вот надо было бить, а он, блядь, вот пошел что ли, охренел.
Идем. Бля, вот этот неудобный позишн. Вот я про чё и говорю. Позиция неудобная. Он не в того стреляет, бля. Вот, блядь. Доли секунды он выбирает другую цель. Это как? Я не знаю, как стрелять тут в кого-то. Видишь, что ли? Там мина. Кто заметил? Шлучь, тварь. Бля, чё? Вот вы представляете, какая сука? Бля, я упал, он меня убьёт. Блять, ну вообще неудобно. Продолжить, не продолжить. Тратить эту жизнь. Не знаю, замораживающий вот этот. Фу, ХП. Ну хоть посмотрим, как. Бля, ты долбал. Умри. Я понял, что аптечку мне не взять. Хоть не за головами надо брать. Бля. Где от меня? Вахрень. Где мой рикошетный выстрел? Сейчас еще заново появится. Бля. Просто... Порывы управлением. Блять, нахуя мне это надо? Знаешь, дробовик. Он дробовик. А, он тройной выстрел. Ну, урон 250. Иди нахуй реклама. Давайте попробуем с дробовиком, я не знаю. Дробовик еще не выпадал ни разу. Наверное, все-таки жизни возьму. Все остальное мне не надо. Смотрим, что такое дробовик. Пламенный выстрел. А. Ну я понял. Ну все, можно уже умирать, блять. Давайте, убивайте, бля, я уж столько патронов наловил, блядь. Мина, убей меня, блядь. Я сейчас вот эту хуйню возьму и на мини сдохну. Да ну нахуй. Все, свидание. Не буду ничего тратить. Ай, дробовик весело, ну, блядь, это, блядь, не то. Блять, почему мне сюда нельзя? Для дробовика. Зажигательную поеботьку. Что тут какой-то малокалибровый, блять, урон? Понятный вообще. Убивай. Бля. Чё ты его убить не можешь? Убей. Выстрел в спину. Я не могу. Ну чё за... Что за тупая хуйня выпадает? Вот нахер она мне нужна. Бля, убей. Убейте меня. Опять хуйня выпадает. Можно переигрывать. Я даже пытаться не буду. Мины, блядь, нахуй. Блядь, дебилизм какой-то по способностям. Иди в жопу. Дайте мне вначале нормальную способность.
Локейшн говно полное. Бля, сука, я увернулся. Немножко из-за способности, которую полное говно выдает. Вот, блядь, стоит на моем уровне чувак. Да надо стрелять. А... Блять, пойду снизу, блять. Ухуй, он сразу не в того, кого мне надо стреляет. Еще и попасть, блять, не может. И почему они тут упал вниз? Да прыгает и инвалид, блять. Из ножек, блять. Блять, там ракетница стреляет по мне. Много. Мне пришлось быстро их убить. Они перестали по мне стрелять. Я даже не успеваю увидеть, сколько одна маленькая монетка весит. Твою мать, ну чё за хуйня? Ну чё за хуйня падает? Просто три непонятные способности. Лови, блядь, все нахуй. Все. Эх, и вот сейчас давайте последний раз, блядь, полная хуйня выпадает, блядь. Пошло на всю крешу. Страх. Вот когда мне, блядь, вот такая вот нормальная, блядь, хуйня выпала. Сразу, блядь, с этими роботами сраными, блядь. Давай, я стреляю. Да, я знаю, молодец, строю пиво. Ну, двойной выстрел, ладно. Или еще какой-нибудь зажигательный, можно? Ебать, еще и взрывной нахуй. Если бы я бы еще бы этим... сука, тупорыня. Ай, как... Можно мне тоже вот такой вот выстрел насквозь хуящий? Что за дебилизм, блядь, соперника? Соперники могут гранатами, блядь, через стены хуячить, блядь, а ты не хуянин. Только, блядь, страдать нахуй. Вот, блядь, прицелься в это говно. Я, блядь, напишу им ужасный отзыв про эту игру. Точные выстрелы. С рекламы заебали. При стрельбе по одному тому же врагу урон увеличивается. Да, вот еще попасть бы этими выстрелами. Страхло вот эту хуйня тут стоять. Это только пятая локация, блять, у меня уже нихуя жизни нет. Еще было бы умирать бы от своих же взрывных выстрелов, было бы еще больше. Блять, вот там, сука, снайпер ебучий. Убей ты его уже. Вниз прыгай. Ох, тварь. Сверху пойду. Ну, блядь, вот куда угодно, но не... Блядь, серьезно? Пиздец, блядь. Давай. Я не могу попасть в него. Нахуя вот эти вот верхние блоки? Туда попасть не могу.
Ну да, куда же мы гонять без ракет, не смотреть сраных. О, чуваки, вы еще давайте скажите мне, что вы еще переапнетесь. Убей ты его. Ой, пик этот сраный. Дайте еще какую-нибудь крутую способность. Стрелять через стены, блядь. А, вы еще и появились, блядь. Бля, я все поймал. Пучу, он поеб, блядь, стоит, стреляет. Сот. Проникаешь. Не проникай, что ты взрываешься-то? Этот снайпер, прыгла. А то он меня увидел раньше, чем я его. Да, блядь, конечно, твою же мать. Надо стрелять внизу, блядь, и понять кого. Блядь, я не могу так играть. Вот стоит снайпер, меня целит. Куда он, блядь, смотрит нахуй? Точно не в снайпера. Может, оно хуя? Я тоже не понимаю. Идите вы нахуй. Сука, нет. Чё, я наигрался. Пошло нахуй, блядь, в пизду.